очень многих людей владыка Исидор сыграл огромную, если не сказать решающую роль. Он рукополагал меня. Он был председателем конкурсной комиссии по выбору проекта храма, который потом при его личном участии был воздвигнут в огромном жилом микрорайоне города Краснодара юбилейном. Именно он закладывал камень, освещал нижний, верхний предел купола, он открывал и благословлял детей русской православной школы при нашем храме. Очень много детей, выпускников этой школы теперь служат Богу и людям. Он открывал и освещал детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые действуют при нашем храме. Он благословлял мою семью, моих детей, а теперь и моих внуков. Он всегда был духовным наставником и отцом. 25 лет безсменно вместе с владыкой мы готовили и проводили ежегодные духовно-образовательные всекубанские кирилло-мефодиевские чтения. И владыка председательствовал и направлял всех нас на путь духовной жизни. И взирая на то, сколько людей пришло проводить его, сколько людей молятся о нем, сколько людей любят его, даже невзирая на то, что он оставил нас на земле, а сам будет молиться о нас в небесах, задаешься вопросом, ну почему? И как можно было так жить, что столько людей продолжают любить тебя даже после смерти? И ответ здесь только один. Люди потому любят владыку, что владыка любил каждого человека. Как важно нам не забывать об этой любви и в молитвах поминать нашего архипастыря и помнить, что он молится о нас, а мы будем молиться о нем, нашем духовном отце, память о котором да никогда не изгладится из наших сердец.